Вас приветствует Скум Гороскоп. Это прогноз для знака Зодиака Овен на 2022 год. Овен – огненный знак Зодиака, известный такими качествами, как прямота, эмоциональность, честность. Он амбициозный, независимый, нетерпеливый. Представители этого знака Зодиака обладают невероятной харизмой и целеустремленностью. Даже обладающие спокойным темпераментом Овны никогда не забывают про свои цели – и, как правило, рано или поздно достигают желаемого. Женщина-овен, словно железная леди, имеет внутренний стержень и набор всех мужских волевых качеств, которому позавидует любой другой знак. Овен-мужчина импульсивен, но, несмотря на это, способен на глубокие чувства, переходящие в преданность и постоянство в любви и дружбе. Что же приготовило год водяного тигра для этого огненного знака зодиака? 2022 год станет для Овна периодом важных, даже глобальных событий. Это может быть удачное поступление в институт, переезд, свадьба, продвижение по карьерной лестнице, а может и совершенно непредсказуемые повороты и сюрпризы судьбы. Также год водяного тигра подготовил для Овна в судьбоносную встречу с нужным и важным человеком, который на всю оставшуюся жизнь будет предан вам. Эти взаимоотношения позволят немного расслабиться этому упрямцу и почувствовать вкус жизни, который они давно позабыли. Затишье на любовном фронте не предвидится, а вот потрясения, скорее всего, будут. Самым насыщенным на события будет период с июня по сентябрь. Овнам, которые еще не нашли свою вторую половинку, следует обратить внимание на представителей своего знака, а также на козерогов и стрельцов. Может сложиться идеальная пара, союзом на всю жизнь. Не стоит форсировать отношения, чтобы не спугнуть партнера раньше времени. Этот год может стать годом обнуления для Овнов. Возможно, кардинальная смена профессии, либо же неожиданная смена места жительства. Но все перемены пойдут вам только на пользу и станут хорошим толчком для новой жизни. Но за всем этим не стоит забывать о здоровье. Овен, который не болеет хроническими заболеваниями, 2022 год не предвещает ничего плохого. Для того, чтобы сохранять здоровье и физическую силу в течение года, представителям огненного знака необходимо регулярно посещать спортивный зал, следить за питанием и по возможности избегать экзотических блюд, отдавая предпочтение привычной домашней пище. Но если все же вас что-то стало беспокоить, для того, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется в начале года посетить профильных врачей. У тех, кто страдает нервными заболеваниями, год обещает пройти спокойно, без серьезных обострений. Рекомендуется соблюдать режим дня и выделять время для релаксации. С точки зрения карьеры, 2022 год для представителей знака Зодиака Овен будет удачным. Весь год финансы как по волшебству будут прибывать. Это может быть повышение зарплаты, либо хорошая премия. А еще, возможно, это будет подарок от близкого человека. В любом случае, деньги стоит немного откладывать, чтобы летом закончить ремонт, а в конце года отправиться в путешествие. В целом, что можно сказать точно для всех овнов, вне зависимости от профессиональной принадлежности, в 2022 году безработица и безденежье им не грозит. И даже наоборот, предложения будут сыпаться с разных сторон. Ваша главная задача – сделать правильный выбор. Обязательно составьте план действий на год, продумайте каждый этап, оцените свои возможности. В год водяного тигра вам необходимо взять несколько выходных и в начале весны отдохнуть где-нибудь за городом, не уезжая из страны. Такое времяпрепровождение улучшит настроение Овна и подарит массу новых эмоций, приведет все мысли в порядок. Семейные вечера в кругу семьи также поспособствуют эмоциональному расслаблению. Для духовного исцеления займитесь благотворительностью. Анонимные пожертвования, волонтерство и помощь другим без ожидания вознаграждения будут наиболее полезными в течение этого года. Помощь другим помогает вам. 2022 год наполнит вас энтузиазмом и новыми стимулами. Избавляйтесь от всего того, что вы ощущаете лишним в своей жизни. Водяной тигр в этом году будет на вашей стороне. Пользуйтесь этим, воплощайте в реальность все свои мечты и фантазии. Верьте в себя настолько, насколько это возможно. 2022 год у каждого знака зодиака будет уникальным. И не стоит забывать о том, что звезды и планеты лишь указывают на оптимальные жизненные маршруты. Однако ваша судьба неизменна в ваших руках.